Обед-ужин. Просто на зубочек. На один. Зюк, ну что хочешь сказать? Ну ты умничка. Ну вот так вот. Просто целый день сегодня. Плохо себя чувствовала. От плиты не отходила. Картошку я почистила. Сейчас ты сказал, плохо себя чувствовала. Сейчас у людей первая мысль, что, знаешь, это... Ребята, я не заставляла ее. Она сама все делает. Просто руки золотые. Дай поцелую. Картофель ничего не Ну, помыл я, имел в виду. И Света такая, картофель пальчи не чищенный, чтобы все услышали, что это не Ксюша готовит. А? Да. Суши самой нужно сделать? Да. Ну, показывай. У нас уже есть одни такие роллы. Пока рис приготовился, нужно сделать рыбку. А я вот чай налила уже, спасибо. Делаем рыбу. А, нет, нужно смешать белый. И какие должны? Прям суши-суши выйдут? Да. Черная икра. Маме плохо от нее. Да. Девочки, вот скажите, пожалуйста, кто смотрит и читает, а может и мальчики, у вас есть аллергия на черную икру? Вообще, вот никогда не было, никогда в жизни не было. И тут я поняла, что раза два или три прям было плохо. И думаю, от каких продуктов не может быть плохо, так вкусно. Вроде все было, не поняла. Короче, один раз, второй раз, третий. Причем разные икра в разных местах. И вот сейчас очень долго ждала свою самую любимую икру, которую я вам тоже, кстати, советовала, рекомендовала. И все, кто ее пробовал, в восторге. Но вчера весь дом я ел, я поела и плохо. Короче... Походу, то ли у меня перебор омеги в организме, потому что я даже не могу эти таблетки омега-3 пить, мне от них плохо тоже. Чего? Омега-3 есть такие таблетки, мне, короче... Орлова вообще говорит, Оль, что со мной очень выгодно. Во-первых, я не люблю трюфель, и каждый раз, когда заказываю что-то каждый раз, когда что-то заказываю с трюфелем, Оля у меня забирает трюфель, а я ем все остальное блюдо. И теперь черный икра. Ну, я обожаю черную икру. Ну, как это? Почему мне от нее плохо? Ну, и вообще, в принципе, это, вот и от витамин омега тоже плохо. Может, все, у меня новые сережки. Заодно похвастаюсь. Очень красивый лепесточек.